Здравствуйте, это Санька 20, и сегодня мы снимем обзор на старый добрый Tower Star 21 Navy Blue, который только недавно появился в замену нашего донатского Tower SNR. Вот, испробуем его на полигоне. На него можно поставить сошки, все прицелы, глушитель и пламя-гаситель. Он довольно-таки быстро стреляет, но стреляет не зажимом, как тот донатский. В принципе, из него довольно-таки неплохо можно стрелять без прицела. Вот, но все-таки не так. Давайте сыграем с ним. Все уже загрузились, пока мы тут баловались на полигоне. Ну вот, мы загружаемся. Все-таки нет, не успели они загрузиться. Как всегда, ждут меня. Я думаю, это охрененный баланс. Еще против таких дурачков, но все равно. Мы загрузились, и я не могу понять, ждем кого и кого. Ну вот, игра запускается. Мы начали. Опять лагает, как дерьмо какое-то. После этого большого обновления игра какая-то дурная стала. Ни хрена не вижу. Блин, да вообще дерьмо. Что он так лагает? Вот я смотрю, Джесс Города, которую я очень-очень боюсь. Лаги эти задолбали. Не могу с ними играть. Урон довольно-таки неплохой, и оружие меня, в принципе, устраивает. Меня каким-то раком убили. Я кину рандомно грена, и, как всегда, попаду в захват. Оружие немножко разбрасывает, но все-таки стреляет она быстро. Но жаль, что нет задержки. Это очень печально. А вон он, где я его нашел. Он хотел от нас прятаться.
Это косорыло SGS Garrot, не может она попасть. Ну вот мы уже набираем счет в лучшую сторону. А эта дура опять пошла прятаться. Двоих, одного даже без прицела шлепнул. Играть с ним мне очень нравится. Поставим, я думаю, здесь противопехотную мину. У нас их немного, но я думаю, воспользоваться им стоит. Вот мы их убили еще. Но у нас мало жизни. И еще двоих. Но мы идем в плюс, причем в двойном. Советую всем покупать тавр, не зажимать варбаксы, потому что это очень хорошая вещь. Всем пока, с вами был Санька 20, и я думаю, что следующий обзор будет на Desert Eagle.